Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Если вас интересует какая-нибудь недвижимость в Алании, вилла, земельный участок или квартирки, 1 плюс 1 студио и тому подобное, обращайтесь заранее, поможем чем сможем. У нас в описании есть отдельный канал Telegram. Там у нас горячие предложения, можете зайти туда, а также посмотреть все предложения, потому что я не успела снимать ролики. Итак, дорогие зрители, нашел очень хорошую квартирку, 4 плюс 2, шестикомнатная или 5,5, скажем, видовая, вид на горы, этот вид у вас никогда уже не закроется, расстояние этого проекта до моря 1300 метров, 1250 метров до воды максимум, так 1100 я отмерил, но я максимально говорю вам. Итак, огромная терраса у нас. Проект был сдан 11-12 лет тому назад, это максимальный срок, может быть 10 лет тому назад. Не смотрел документы, а то в мэрии это запрашивается. Здесь огромная терраса, двухуровневая квартирка. Так, тут у нас как бы гостевая или гостиная комната верхнего этажа. Со своей кухней. Две кухни у нас в квартире. Итак, первая спальня. Тут 12 квадратных метров. 5 кондиционеров. Фирма Beko LG. Тут у нас хозяйская спальня большая. 17-18 квадратных метров. Большая. Можно отмерить по кафелю, если можете. Так. Один санузел наверху. Так, стиральная машинка Indesit. Проточный нагреватель фирмы Siemens. Есть ванная, джакузи, душевая. Что хотите, то используйте. Тут 7-8 квадратных метров только у нас санузел. Спускаюсь я вниз. Лесенки у нас мраморные. Прихожая. Рядом с этим проектом есть вся инфраструктура для жизни. Недалеко у нас центральная больница Адина Кейкобата, государственная. Это у нас второй санузел с душевой кабинкой. Под лестницей у нас как бы есть кладовочка, прихожая, гостиная комната с отдельной кухней. Она огромная. 45-50 квадратных метров. Все вот это, если отмерить. Значит, третья спальня. Три спальни и три комнатки как-то. Гостиные. Наверху была гостевая. Две спальни было. Две спальни, это третья спальня. Здесь 11 минимум квадратных метров. Балкончик большой. Можете тоже застеклить, будет вам еще одна комната. Квартирка для большой семьи. Бассейн. Там зона барбекю. Открытая парковка. Телевизор фирмы Samsung. В этой части столовая, еще один балкон. Большая кухня отдельно. Бытовая техника здесь. Hotpoint Aristo. Духовка. Плита Gorenje. Point Ariston.
Хотпоинт, Аристон холодильник. Так, увидели, да? Большая квартирка. Еще один балкон. Вот там у нас беседка. Зона барбекю. Потрясающий вид на горы. Вот там влажность высокая, я не могу показать, там, а то все озелененное. Дорогие зрители, цена этой квартиры 168 500 евро. Есть маленький торг. Пишите, звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Планировка квартирки очень хорошая. Есть лифт, на этаже 3 квартиры. Айдат 200 лир. Все, с вами был Агаси, Солнечный Алания, район Оба. Всем пока-пока.